Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. Приняты необходимые оперативные меры, эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов. В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска. В результате, по сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз. В этом году вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей.